Всем привет, с вами снова я, Иринка. Сегодня у нас будет рулет с тыквой. Тесто будет у нас самое простое, как на манты. Вода, мука, соль и немножко растительного масла. Замешиваем тесто. Оно должно быть у нас тугим. Вот такое вот у нас должно быть тесто. Тугое. Теперь мы его оставляем. Пусть оно хорошо у нас отлежится. Делаем начинку. Тыква у нас готова. Мы ее потерли на крупной терке. Теперь сюда высыпаем мелко порезанный лук. И специи. Любимая приправка ваша. Соль, черный перец. И вот эта приправка, я скажу честно, я не знаю, как она называется. Вот такая вот гранулами она для вкуса. Все высыпаем по вкусу, кто как любит. И аккуратно все перемешиваем. Очень аккуратно, чтобы не поломать нашу тыквенную соломку. Вот такая у нас получается красота. Наша начинка для рулета. Готово. Приступаем к тесту. Теперь нам надо раскатать очень тоненькое тесто. Сделать его, чтобы оно было тоненьким. Можно немножко вытягивать, потому что тесто такое послушное у нас. Все, тесто мы раскатали. Если вам видно, какое оно мне получилось тоненькое. Сейчас я вам покажу. Ну, примерно вот такое вот оно у нас. Совсем тонюсенькое. Растягиваем. Раскладываем. Красота. Немножко поливаем растительным маслом и размазываем весь наш пласт. Теперь сюда накладываем нашу начинку. Нашу тыквочку. Желательно равномерно. Такая вот у нас получается красота. И начинаем скручивать. Вот посмотрите, видите, какое оно тоненькое. Совсем тонюсенькое его видно. Теперь мы его очень-очень аккуратненько укладываем на лист. Все. Первый рулетик у нас готов. Какая красота получается. Мы залепливаем, чтобы у нас не вывалилось там ничего. И сверху тоже немножечко, совсем слегонца, залепливаем. И очень аккуратно перекладываем на лист. Thank you.
На кипящую воду мы ставим рулеты наши, закрываем и ждем 35 минут. Та-та! Посмотрите, какая у нас получилась красота. Сейчас будем все это красиво подавать на тарелочку. Смотрите, какая у нас получилась красота. Слоеный рулетик с тыквой. Это обалденно вкусно. Все, дорогие мои, приятного всем аппетита. Ставьте класс. Подписывайтесь на мой канал. Оставляйте комментарии. С вами была я, Иринка.